Знаешь, Милен, я тебе хочу что-то сказать. Ну, говори. Я думаю, тебе это не будет интересно. Ну, говори. Ладно, скажу. Короче, мне кажется, тебя Костя любит, но просто он... Его тебе Клавочка просто мешает, и все. Вот поэтому ты так и боишься. Да мне кажется, он меня не любит. Почему ты сразу так решила-то? Ну, не знаю. Ладно, давай уж завтра уже погуляем. Ладно. Давай завтра уже кого-нибудь другого пригласим. Ну ладно, давай. Пока. Но мне кажется, все равно он меня не любит. Да любит он тебя. Но меня зато точно, наверное, он не любит. Да, не любит. Ладно, пока. Пока. Я придумала. Завтра я приглашу погулять с Джеймом. Да, пусть они поговорят. Но может еще пригласить. Все, я решила. Я решила. Кого завтра мне пригласить? Ладно, буду их тут сидеть и ждать. Все, я пришла. Ну, привет. Что? Милен, а что она здесь делает? А что, ты не хочешь с ней гулять? Да не так уж и сильно. А что ты здесь делаешь? Я тут пришел гулять с ней, с Миленой. Понятно. А почему ты с ней не со мной? Потому что я тебя разлюбил. Ты меня не любишь. Не любишь. Почему я тебя не люблю? Потому что ты меня обижаешь. Сколько тебе уже повторять можно? Ой, ладно, ребят. Давайте же просто погуляем. Давай, давай, давай погуляем. Блин, ты вообще... Вот видишь, даже сейчас меня обзывала, как не знаю кто. Вообще, мне не нравится, как ты ведешь себя. А мне тоже не нравится, как ты себя ведешь, но зато ты мне нравишься. Да не видно, что ты, я тебе нравлюсь. По-любому я тебе не нравлюсь, просто хочешь, чтобы тебя все вокруг любили. Потому что ты дурочка для меня, ты для меня уже никто. Поняла? Ах, так-то мне надо. Ты не так считаешь меня? Ну ладно, ладно. Считай меня так, потом узнаешь, какая на самом деле. Да я все равно уже буду всегда с ней. Да что вы тут ругаетесь? Чего тут ругаться? Я тебя когда-нибудь убью. Мили. Зачем? Милен, отстань. Да короче, давайте уже гулять. Да я не пойду с этой дурочкой гулять. Вот все из-за тебя. Вот так тебе, бессовестная. Ну, ты, конечно, меня тут разозлил. Ой-о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 й
отстань! Эй! Эй, ты! Ты что делаешь? Ты что делаешь-то? Эй, эй! А ты чё? А, я его сейчас задушу. Ты дырочка, что ли? И... Вы чё тут деретесь? Да и с ней сразу же, иди отсюда. Вы что делаете? Ты что с ней делаешь? Эй, иди отсюда. Ой, ой, больно, больно, больно. Чё я тут увидел? Что вы тут делаете, а? Что вы тут делаете, а? Да она меня задушила. Она первая меня стала душить, поняла? Фу, фу, опять ее поцеловал, эту дурочку. Что тут происходит? Что-то я не понял. Надо с вами разобраться. Да с чем еще разбираться-то? Это они первые начали вообще. Да, вы, конечно, странные люди, но мне все равно на вас. Поэтому, если вас убьют кто-то, я не виноват. Все, я пошел. Мне все равно на вас. Пока.
Какой странный дядя. Я не странный. Ты что глядишь? Гляжу и хочу, и гляжу. И тебя уже сегодня видел. Да уйди уже. Ладно, ребят. Ну, давайте уже по-честному поиграем, нет? А? Кого я здесь вижу? Кого я здесь вижу? Это еще что такое? Ты еще сюда пришла? Кто? Ты опять? Ой, я что-то не хочу с ней быть, я хочу быть здесь. И я тоже здесь хочу быть. Ой, а, я ты здесь, да. Да, я здесь. А. Ладно, ну что с тебе надо? Костеря не видели, а? Если ты его не видела, тогда тебе будет капец. А если ты его видела, поэтому дай мне его сюда. Если ты мне его, если ты знаешь и не знаешь, и не скажешь мне, значит тебе будет капец. Иди сюда. Сначала скажи. Ты отстань от нее. Вот именно. А вы не лезьте. Ты сейчас вы туда пойдете. Ну давай иди. А, в смысле? Иди со мной, иди. Зачем? Я не хочу с вами идти. То есть с тобой. Иди. Ладно, сначала скажи, где Костер. Если ты не знаешь, то он мимо не проходил. Да он мимо не проходил. Он не приходил. Прям сейчас даже не приходил. Да не приходил он. Да в смысле? Ты знаешь его хорошо, поэтому он проходил. Да нет, у него здесь даже глаза не было. Он вообще гуляет, не знаю с кем. По-моему, он вообще делает уроки сегодня. Завтра он отдыхает, поэтому... Нет, все-таки вы мне врете. Все, пошли. Это в смысле? В прямом, иди сюда. Да в смысле? Нет, не пойду я с тобой. С такой дурочкой. Ах, так ты меня назвала. Ну, ладно. Тогда... Нет, что ты делаешь? Да блин ты. И ты. Бежим за ней. Да блин, зачем? Что нам делать? Я не знаю, что нам делать. Ой. Ну, вот так тебе. Я тут ничего не вижу. Что тут такое? Я ничего не вижу. Ой. Но это такое место, где ты никого не найдешь, короче. Ладно, пока. Ну ладно, пока. О, что со мной произошло? Ой, тут слишком темно. Почему? Почему здесь так темно? Здесь очень страшно. Куда она меня привела? Куалочка! Что тебе надо? А ты будешь сюда заходить? Я думаю, что нет. Потому что зачем мне сюда идти такой, за такой девочкой? Да в смысле? Прямом. Ты украл меня Костера. Поэтому, если Костер тебя не будет видеть, значит, он полюбит меня. Как-то уже все понятно, поэтому я это специально сделала. И потому что тебя по-реальному хочу убить. Ты все-таки для меня враг. Это ты для меня враг, и для всех ты враг. Блин, ты... Короче, ты мне надоела. Поэтому я уже захотела тебя сюда и привезти. Я понимаю, что здесь темно очень, и здесь никто почти... Никого здесь нету, кроме маньяков, да... Этих всяких... Не знаю, ну, короче, здесь только водятся маньяки, там... Короче, это можно сказать... Это заброшка, да. Это, как можно сказать, заброшку я тебя привела. Ну, в смысле, зачем? А нельзя было такое место, где там, например, не заброшка? Да, блин, это неинтересно, заброшки. Мне кажется, заброшки интереснее тебе будет, потому что ты будешь там сражаться с кем-нибудь, там, не знаю... Я бы на твоем месте просто бы, не знаю. Ну, короче, я тебе не буду подсказывать, поэтому ладно, пока маньяки здесь будут, жди. Ну, ты мне потер жизнь.
Ты где? Ты здесь? Ха, ты даже не знаешь, где я. Ты что, слепая, что ли? Тогда ты здесь. Ай, я не здесь. Хорошо, давай поиграем в эту игру. Я не против. Ты здесь? Ты здесь? Ну нет. Ты здесь? А, ты здесь. Ой, не надо. Иди отсюда. Сама иди. Я пошла. Стой, ты же. А что мне делать здесь? Я знаю, что здесь сильно темно, и тут почти ничего не видно. Да, я вообще никого не вижу. Только свои руки или что там. Твое лицо немножко вижу. А я твое не вижу. Я только твои лапы вижу, а я только не знаю, что. Тут как будто цвет погас. Я не знаю, тут очень темно. Я сама не знаю, как отсюда выбраться. Зачем только я тебя сюда привела? Лучше бы я не знаю, как тут выбраться. Может, оттуда? Может, туда надо идти? Да блин, все равно темно. Да блин, тут очень темно. Надо же свет включить. Я попробую сейчас свет включить. Сейчас. Ну, кажется, хотя бы чуть-чуть стало светло. Светло, по-твоему, да? Ну да, видишь, там окошко есть. И там свет идет. Так. На тебе. Ай-яй-яй-яй-яй. Бессовестная девочка. А ты какая? А я нормальная. А ты какая? Все, я пошла. Нет. Нетушки. Не пойдешь ты. Не пойдешь. Ну, пожалуйста, отпусти меня. Тогда я с тобой пойду. Нетушки. Я не могу отсюда выбраться. Блин, что мне делать? Она закрыла дверь. А еще хуже. Ой, у меня кружится голова. Мне кажется, меня тут никто не найдет. Ой, неплохо. Ай-яй-яй. Мне очень плохо. Я ничего не вижу, у меня кружится голова. Мне кажется, я здесь никогда в жизни не был. Здесь очень темно. Мне здесь никто не найдет. Ну что за жизнь-то такая? Здесь так пыльно, и дышать нечем.